Прямо, да? Да. Я же ее каждый раз делаю, улучшаю. Она же теперь стала совсем хорошей. А они будут с цветными картинками. Да, да. О, как красиво. Книжка будет с цветными картинками. Да, 30, ну, это супер. Новая книга будет уже с картинами. Вот наша Наилечка Зарипова, литературный агент наш, чтобы все знали, да. А я ей сегодня покажу, как рисовать. Она краски. Сегодня мастер-класс у нас будет по рисованию красками. Ну, покажи еще Нелечку и покажи еще, какие глаза здесь. Видишь, какие я сделал. Ну, посмотри, ручка как сделана, да? Ну, давай, покажи нашу подругу, с кем Нелечка пришла. София тоже будет мастер-класс. Да. Принимать участие. Будет. Мастер-класс сейчас будем делать, показывать, как рисовать надо. Так. Давай, теперь надо, чтобы я тебе подписал твою книгу, да, которую ты помогла издать. А, это будет новая книга, которую я сейчас подписал. А это ту, которую мы уже с Нелли сделали. Да? Да. Ну, держи в руках, чтобы было видно тебя и твою книгу, которую это ты наш помогала первый издать, опыт, да, с моим участием. Да, потому что книгу мне позвали сколько. Позвали. На самых разных языках. Но эта книга хорошая, мне понравилась. Да, жалко, тогда туда картины не вошли. Потому что когда я ее писал, я имел в виду эту структуру. И поэтому, ну, следующие уже будут с картинами. Дорогой Нелли, вот давай мы так. Отхасая. Во. Так, а сегодня какое у нас число? 22 марта. Смотри, как хорошо здесь видна наша эмблемка. Звезды над нами, космос внутри нас и упражнение «Полет метода ключ». Да, и мне что очень радует, что ты добилась того, что здесь в этой книге наши участники, их приемы тоже, участники нашей школы «Человек будущего», их приемы тоже здесь всех авторскими именами. Это очень здорово. Школа «Человек будущего» расширяется. Да. 22 какое марта. Число? 22 марта. года. Угу. Так, спасибо тебе. Всё, благодарю. И, конечно, Татьяне, которая главное там издавала эту книгу. Покажем. Привет и спасибо, да. И вот здесь вот о школе «Человек будущего». И самое главное, заставь стресс работать на себя. Вот это вот важно здесь. Потому что в мире таких книг нету, это во-первых, потому что всегда там, где говорят о стрессе, управлении стрессом, имеется в виду, как снять стресс. Uh-huh. А здесь, как использовать эту высочайшую из энергии в собственном интересе, каком-то решении разных неподъемных задач. Это, конечно, там очень уникальный прием. Так, ну давай, что еще тебе показать?